Сегодня день непослушания! Ура! И можно кривляться, щекотаться! Не слушаться! Улыбаться! И даже и бегать! Кроме шалостей, в парке раздолья детей ждали разнообразные конкурсы, веселые подвижные игры. Соревнования на беговелах стали одной из самых популярных активностей праздника, говорят участники заезда. Мне кажется, я больше волнуюсь, чем он, потому что вот ребенок покатился, да, и для него это новое соревнование, еще вот сам вот этот соревновательный дух. А мне было прям так драйвово, интересно побежать, поддерживать его там, включай скорость, гони. Программа праздника рассчитана для детей всех возрастов. Школа юного водителя и интерактивное шоу, химические опыты, лаборатория мороженого. Надо успеть охватить все. Детские глаза горели азартом. Кто рожцу кривляет, тот конфету получает, поэтому сначала мне нужно рожцу. А нет, это не серьезно, мне нужно такая... Вот это неплохо, конфету получайте мимо. Помимо веселья, в программу развлечений добавили романтики. В этот день не обошлось без поэтических конкурсов и флешмобов. Классика и современные строки звучали со сцены. Тут классно, поют, танцуют, рассказывают разные стихи. Дети реагируют чутко и всегда искренне, отмечает директор парка. В раздолье появилось много площадок, где ребята и их родители могут реализовать свой потенциал. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Сегодня прекрасный концерт в зоне нашего амфитеатра. В зоне автогородка инструктора обучают детей правильному вождению, всех угощают сладкой ватой, будет шоу мыльных пузырей, будет химическое шоу, будет спектакль «Винни-Пух». Но самое главное, я сегодня хочу, чтобы все дети улыбались. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».